И вновь здравствуйте, дорогие друзья, любители компьютерных игр. Мы проходим Сома. Попали мы вот в какую-то тестовую лабораторию Ковчега, что ли, я так понимаю. И нам нужно запустить симулятор Ковчега. Я вроде как разобрался, как это делать. Давайте попробуем. В прошлой серии нам, кстати, не удалось на батискафе уплыть, потому что батискаф-то стал счастливым обладателем автомобиля, искусственного интеллекта на самом деле. Поэтому он уплыл по своим делам. И мы теперь, следуя плану Б, сами должны спуститься. Так, смотрите, что я додумался, в общем. Вот в правой части, где написано статус, допустим, не могу я убрать природный лес, а требуется общий раст в РДВ. В общем, надо убирать то, для чего ничего не требуется. Поэтому давайте все включим, что ли, сначала. Так, вот для этого ничего не требуется. Для этого тоже. Для этого требуется паксома. А, для паксома требуется вот это. Значит, оставим. Так, для этого вроде ничего. Для этого тоже ничего. Стул не нужен. Так, для этого, для паксома чел требуется. Оставим. Лодку уберем. Скамья версия 2 уберем. Так, это тоже вроде убирается. Так, это нельзя убирать. Это можно. Это нельзя. Это нельзя. Нет. 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 Да. Нет. Так, что-то еще надо убирать. Система физика жидк. Требуется для СРД-модрика. СРД-модрика, где она? Так. Наконец-то, черт возьми. Запоминайте, как это делается. То есть результат. Наконец-то я добился оптимального варианта. Уже в конце, честно сказать, от шара по шаре. Try loading a dummy scan. Shouldn't be that difficult. I just want to make sure I understand how the scan data is formulated before we start messing around with the real arc. Run the simulation and then hit pause while the code is running. It'll give me a cross-section of the process. Так, 10 минут. Больше 10 минут мне на это ушло. Я, наверное, сожму это все. И вы увидите только результат. Так, Нанами. Что такое Нанами? Better not use real data. I don't want to repeat what we did to Brandon. Second that. Давай свое выберем. А ну-ка, если тестовый. Т.
Итак, ковчег Альфа-3, симулятор Виварий называется. Загружен модуль, системная общая Rust PRDV. Мировое время 0000, выделение ресурсов 100%. Начать симуляцию. Так, что происходит-то? Ну, я как бы запустил симуляцию, что от меня еще надо? Load a dummy and pause the simulation while it's active. Then we can run diagnostics and see how it operates. На паузу. Окей, остановить. We need to pause while the dummy is loaded, otherwise I can't know if it's working or not. Чего? No, try again. The dummy needs to be loaded when you pause. Вопрос заготовка. You need to catch it while it's being loaded. Какой образ? Что ты хочешь от меня? Try pausing it when the dummy is loaded. Так пойдет? Не сбрасывается, зараза, смотри. А, во-во-во-во-во, можно уменьшать. Тестовый. Yes, of course. So precise, so perfect. Nothing like admiring your own work. What? Oh, right. Блин, я надеюсь, мы разобрались здесь. Yeah, we should get going. Want to bring this arc as a backup? No, that wouldn't work. This is just a prototype. Good. I prefer to travel light. Let's go. Don't forget to take me with you. Да обязательно, что бы я без тебя делал? Тупил бы, походу, здесь до конца прохождения. Так, ладно, симуляция разобрались с горем пополам. Игра иногда так фризит, неприятно. Теперь сюда можем пойти? Туда не можем, да, получается? Ага. Еще мне было бы интересно посмотреть на себя со стороны, но нам как-то не попадались здесь зеркала. Ну, это сделано наверняка намеренно. И в конце нам покажут, как выглядит Саймон. Ну, вернее, не Саймон, он же получается в теле девушки, да? Подруги Кэтрин, я даже забыл, как ее зовут. Походу, ходячий труп. Он так про себя и сказал. Системная ошибка. Интересно. Диспетчерская по эстраске. Но нам что-то туда не пробраться. Я вижу полуразбитое стекло. Видимо, мы сможем сюда забраться. Что за дикий вопль? Что за параши там капает? С вентиляцией. Так, ну не знаю, давайте попробуем. Сейчас какое-нибудь чудо прибежит. Да ладно. Или я не попал, или... Не разбивается.
Педерсон, М. Саранг, Эх Волчек. Кто там еще? А, Кэтрин Чун. Не знаю, может, вот это будет помощнее. Штукенция. Не, нифига, походу, не разбивается это стекло. Нам как-то по-другому надо зайти. Или вообще не надо зайти сюда. А здесь у нас что? Так, поближе к микрофону. Что-то, по-моему, меня не слышно, да, было? Подальше от микрофона как-то. Отошел. Всякое барахло здесь. Тут дядька мертвый. Даже не один. Смотри, этому башку, короче. Зажрали. Вот, блин, бедолаги, а. Там штука, с помощью которой мы сможем подлечиться, но пока нам не надо. Что-то мне казалось, что пространство за этой комнатой, где мы были, ну, вон за той, не такое уж большое. Но оно охренеть какое большое. Корпус снаряда. Ивашкин и Джет Дэвис. Тот самый снаряд, который должен был выпустить ковчег в открытый космос. Выживание сильнейших. Кто там носится? Ну, реально где-то по вентиляшке носится. Наш вон тот монстр, который был похож на большой кусок говна, так не умел, да, носиться. Значит, что-то другое. Сара. How the hell are we going to make sure the Ark makes it? Every launch is a crapshoot, you know that. I just wish these numbers looked better. What do you care? It's just a pack of data, right? Yeah, just a pack of data. Ладно. Далее. Так, знаете, нам походу сюда, что ли? Давайте обнюхаем здесь каждый уголочек. Комнатуха, в которую мы как-то не попадаем. Хотя вон там дыра в стене есть. Ха-ха, попадаем. Так, ну здесь на первый взгляд ничего особо важного и нету. Даже документики нельзя посмотреть в этих схемах. Я даже не разберусь, кроме крестиков, ноликов. Ладно, какие-то научные изыскания. Так, это продолжение того самого коридора, да? Угу. Угу. Конференц-зал. Какой ужас, они с этим работали, да? Тихо. Жутенько, жутенько. Ну, похоже, здесь более ничего. Да ладно.
эта тварь где-то здесь ползает, что ли? Так, что у нас здесь охрана? Да какого ты прыгаешь? Я надеюсь, что это слепая тварь. Кажется, что где-то в той стороне. Хрен поймешь, если честно. Похоже уже, что в вентиляции. Так, охрана. Здесь вполне вероятно должно быть где-нибудь оружие. Так, мы находимся вот верхняя красная комната. Security checkpoint. Архив. Ладно. Так-то карту не запомнишь. Акерс не один. У него как минимум 3 существа под контролем. Проверить и задраить двери. Спуститься. Уехать на шаттле на Микрон. Офигеть. Акерс напал на них, что ли? Так, здесь что? Ну, список персонала, видимо. Которые перечеркнуты умерли, которые с вопросиком Лански, видимо, пропал без вести. Список дел. Пережить проект Ковчег. Прекратить массовое самоубийство, отослать Кей и команду прочь, охранять людей, наслаждаться Армагеддоном. Прикольный такой план на будущее. Вроде ничего. Так, заключение дверного замка. Вот говно, как я сажусь за компьютер, сразу топать начинает. А, смотри-ка, я могу дверные замки отключать отсюда. Система неисправна, автоматическое срабатывание замков. Оставшиеся ресурсы 0. Закрыто. Ага. Полезная, кстати, вещь, но вот не могу в некоторых, правда, открыть. Допустим, управление Омегой не открывается. А так везде открыто, где можно. Так, подожди, там еще что-то было. Управление кодом, не вставлен чип. Внимание, диспетчерская. Повреждено. 4 первых сообщения повреждено. Внимание, машины Ангар 11 января 2104 года. В результате большой протечки структурного гелия НИУ перехватило управление над Данбет. Было принято решение поместить весь сектор в карантин, чтобы избежать дальнейшего распространения гелия. Меньше всего нам нужна еще одна говорящая машина. Ну, мы уже были свидетелями этому. Так. Ладно, пойдем посмотрим. Что такое? Кружечка. А, мы здесь еще можем послушать, кроме того. Stromer, you there? I hear you, Brandon. What do you got? Akers and his critters are ferocious. They pick up on every move. There's no way past them. Then we'll fight them. We got to get to the shuttle. And end up like Shank and Adams? No way. Listen,
I'll create a distraction and pull them to me. Get the gang to the shuttle station. Wait, Brandon, what are you doing? Don't worry, Alice. I'll loop back as soon as you guys are safe. Just load up the shuttle and we'll be ready to go. Are you sure about this? I don't plan to die today, sir. See you at the shuttle. Парень был не намерен умирать в этот день. Но тем, кто его убил, он об этом не сообщил, видимо. Так, медицинская лаборатория. Петли-то по вентиляшке ползает. Какие-то. Вообще какой-то кусок говна. Не знаю, похож ли он на того слепого, либо это какой-то другой монстр. Зрячий. Если зрячий, то нам хана. Смотровой кабинет. Тут мы были, нет, не были вроде бы. Изучали распространение этой инфекции. Воу! Кишки в перемешку с морскими полипами. Terry Akers, chief factor at Delta, first assessment. Brought in today, January 16th, 2104. Reportedly found in his diving suit, unconscious, in open water. Akers has clearly been consuming large amounts of structure gel for weeks, probably. It's difficult to tell how this has affected his health beyond the obvious nauseous, and if it somehow caused him to gouge out his eyes. Small amounts of gel have always been considered perfectly safe to handle, but I can't recall ever hearing about any recommendations on how to treat overexposure. Considering its properties, I doubt it's poisonous, but the more transformative aspects of the ferrofluid makes me think that malign cell mutations are to be expected. I think I will need to consult Dr. Eames at Omicron about this. Получается, этот Акерс употреблял структурный гель и мутировал, да? Так, а вот мы как раз... А, нет, подожди. Мы здесь не были. Я думал, пришли в то здание, в ту комнату, где увидели того человека. Так кто у нас? Мастерс. Господин Мастерс, вы не против, если я покопаюсь у вас тут? Акерс, Терри Акерс, возраст 66 лет, пол мужской. Один из самых сложных случаев в моей памяти. И, скорее всего, он сам это сделал с собой, ослепил себя и залил структурный гель внутрь. Я буду удивлена, если он когда-нибудь очнется от комы. Я поневоле вспомнила нелепую историю Харт о том, что произошло на Лямбде. Неужели Ниу как-то научилась меня теперь перестраивать? Не дописал. Вот еще одна идея у меня. Может, Акерс там гуляет слепой? Ну, хотя вот в той комнате его вроде как расчленили. Ну, да, кровь, смотри, тянется. Это, видимо, вот эта врачиха, которая говорила на пленке. Вроде похоже на женщину.
Так, Харт. Ванесса Харт. Возраст 28, полуженский. Харт находится в хорошей форме, учитывая обстоятельства. Небольшие синяки, легкое переохлаждение после долгого путешествия. Подтвердить ее рассказ трудно, так как вернулась только она одна. Кэтрин Чун, 37 лет, полуженский. Чун, как обычно, ведет себя тихо и старается не смотреть в глаза. Она бы не пришла сюда сама, но Струммейер требует новую оценку ее психики. Чун вовсе не своевольная и не пытается что-то скрыть. Просто по возможности предпочитает не вступать в разговор. Ей трудно сходиться с людьми вообще, в том числе и с врачами. У Кэтрин Чун слабый характер, она идеальная жертва, над которой могут доминировать и которой могут управлять другие. Она как испуганная мышка, и я не хочу ее расстраивать, так что мы с ней просто сидим и молчим до конца сеанса. Так, Гай Конрад, 41 год, мужской пол. Конрад мертв, он вскипятил свой головной мозг с помощью WRM, мазера, после того, как прошел нейросканирование для ковчега. Явно еще один уверовавший в непрерывность, который решил наложить на себя руки, чтобы скорее попасть на ковчег. Что за мазер? При помощи него себя убивают уже не один человек, по-моему. Так, ну я все еще... Ой, блядь. Все еще надеюсь на то, что это существо слепо. Так, здесь мы были вроде, да? Здесь у нас что? Блин, оно ближе. Ох, ёб твою мать. Пошёл нахер от меня. Разворачивайся, уходи. Фу, неприятная тварь. Куда-то ушла. Так, здесь мы были. Давайте здесь что ли посмотрим. Завал. Так, здесь вроде как лечилка. Да блин, здесь везде завалы. Черт. Ну, похоже, нам вот туда, где я только что был, где ключ был воткнут.
Stromer! Brandon, where are you? It got out of hand. I'm in sector RD4. Did you get everyone downstairs? Yeah, we're safe for now. But you need to get moving. They're gonna figure out where we are and come for us. Don't worry about it. The stairs are blocked and I killed the elevator. Pulled the connector chip from the lock. Fine! That means you're stuck as well! Only way to keep you guys safe. Take the shuttle, go to Omicron. God damn it, Juan! You just had to be the hero, you bastard! Good luck, sir. Tell Alice I love her. Так, вон наш оказался героем, да? It's missing a chip or something. Ставьте соединительный чип. Где его искать? Так, подожди, может быть, я прослушал? Давайте еще раз послушаем. Может, нам говорилось, где этот чип сам искать? I'm in sector RD4. Did you get everyone downstairs? Yeah, we're safe for now. But you need to get moving. They're gonna figure out where we are and come for us. Don't worry about it. The stairs are blocked and I killed the elevator. Pulled the connector chip from the lock. Fine. That means you're stuck as well. Only way to keep you guys safe. Take the shuttle, go to Omicron. God damn it, Juan. You just had to be the hero, you bastard. Good luck, sir. Tell Alice I love her. Так, он чип забрал с собой, надо теперь найти его труп. А, все, я понял. А его труп, кстати, вот здесь. Вон он сидит с чипом в руке. Ну да. Так, что это такое у нас было? Управление Омегой. Надо вот эту вот комнатку открыть нам. Комнатуху. Где эта падаль ползает там? Так, управление Омегой закрыто. Система неисправна, автоматическое срабатывание замков, оставшиеся ресурсы 0. Так, значит, надо нам перекрыть все остальные, наверное. А, во, одной комнатки хватило. Ну, приближение этой твари будет предупреждать нас о том, что... Вернее, то, что искажение на экране, да, появится. Так уж они на нас действуют, эти твари. О, опять началось. Ой, ёп, твою налево. Что эта тварь делась? Куда-то, блядь, делась, смотри. Хрен пойми, куда делась.
Так, ладно, мы здесь. Хорошо. Привет, наш старый друг. Брэндон Ван, тот самый парень, китаец, который раскрыл нам коды. А не чип. Давай, говорю. I'm sorry about before, Brandon. I'm sorry we couldn't let you rest in peace. Так, чип у нас. Ой, господи, боже мой. Пора и честь знать, да? Блять, он где-то рядом. Так, нашу нычечку. Здесь он нас вроде не заметил первый раз. Плохо, 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 плохо. Вроде уходит. Something not hooked up right. В смысле? Истек срок действия кода доступа. Обновите чип. Где? Блять. А, в кабинете. Я заметил еще. Краем глаза, что в кабинете охраны было какое-то устройство подключено к монитору. Ну, компьютеру, в смысле. Может быть, там мы его обновим? О. Твою мать. Пока закрываемся. Ты, сука, даже не думай сюда заходить. Ты не сможешь. Свободен, лошара. Давай, чип. Да, блять, он теперь не уйдет. Так, обнаружен соединительный чип. Окей. Так, все, я обновил его. Так, а ну-ка, если мы его направим куда-нибудь. Он вроде и так уходит. Теперь не могу открыть себя. Теперь могу. Так, берем чипчик. Бери. Не понял. А, вот, обновить соединительный чип. Отлично. Собираем. Новенький наш чип. Ой, здрасте. Давай, 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 давай. Скотина, а теперь будет дежурить около моей двери, падла. За гнусная тварь. О, он туда зашел?
Нет. Вроде по делам по своим пошел. Честно сказать, я даже боюсь свет включать. Блять, вот с этой стороны. Фух, в другую сторону пошел. Сынова бича. Мне ж сюда, нет, мне не сюда. Куда, блядь, мне? Я уже запутался. Как-то первый раз я эту комнатуху быстренько нашел. Так, вот, где-то здесь, рядом. Эй, зачем ты шумишь? Давай, давай, нет, не здесь, да, бляха, муха. Здесь. Вставляй, вставляй. I guess I didn't fix it properly. What's missing? Перевернуть чип, что ли, надо? Ой, бляха-муха, да как же ты задолбала! Блядь! Уходи нахер от меня! Пипец меня колбасит, а! Ненавижу этого монстра. Зараза. Опять прется. Опять прется. Давайте подождем, пока он подальше уйдет. Малейший шум, зараза, и он слышит, да? Да, нормально. Открывай. Открывай, блядь. Закрывай. Закрывай, блядь. Закрывай, я ж нажал. И какая логика?